Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе, особенно казахстанцы. Почему Казахстан? Потому что скоро мы будем в Казахстане, друзья, как компания Arbotoms. 26-27 будем в Нур-Султане, друзья. 1-3 будем в старой столице Алматы. В Казахстане, Алматы будем, друзья. 1-3 марта. Так что 26-27 февраля Нур-Султан и потом будем Алматы, друзья. Если вы хотите свою жизнь менять в хорошую сторону, если вы хотите получить вид на жительство и гражданство, если вы хотите доход получить от турецкого недвижимости, можете заранее записываться для индивидуальной встречи, друзья. Так что Казахстан, я думаю, что уже на связи. Между прочим, мне это подарили, можно по-белиски, подарили казахстанцы. Здесь какой-то фон, какое-то место известное мне сказали. Я не знаю, это где место. Мне казахстанцы вот это фото подарили. Отдельно большое спасибо, кто мне подарил. Так что можно немножко хвалить Арбат, потому что это стоит. Можно, оператор? Думаю, так что нужно? Нужно, да? Итак, друзья. Короче, мы 13 лет на рынке недвижимости. 13 лет назад мы первый офис открывали в центре Алании. Маленький такой, одна комната была. Это старый туристский дом был. Даже подъезд не было там, но там офис открывали. Это 13 лет назад. Потом переехали в районе Махмутлар, который сейчас где находимся. Здесь центральный офис. Один офис в районе Махмутлары, в городе Алания. И один офис в Клеопатра, друзья, в районе Клеопатра. Это где песчаный пляж, где в самом сердце Алания. Один офис, где Айгерим? В районе Клеопатра. Здравствуйте. Один офис в Мерсине, друзья, в Теджи. Теджи. Так что в Теджи один офис в городе Мерсин, потому что в Мерсине тоже очень много желающих есть, покупают, друзья. Вот так начали, теперь у нас три офиса есть. Четвертый офис, где будет, пока не знаем, но обязательно будет. Короче, мы еще не только агентство недвижимости, у нас еще есть свой собственный проект. Два собственных проекта есть, еще мы как застройщики. Так что, друзья, короче, мы развиваемся вместе с вами 13 лет, поэтому для вас недавно еще вот этот офис, центральный офис тоже обновляли. Обновляли, да, по-русски? Обновляли. Так что, здравствуйте. Это у нас переговорная комната. Здравствуйте. Итак, вот так развиваемся, друзья. Всем хочу сказать, если вы находитесь здесь где-то рядом, вы можете к нам заезжать, заходить на чай, кофе. Всем удачи, друзья. Еще раз напоминаю, будем в Казахстане 26-27 будем в Казахстане. В феврале и 1-3 марта будем, где будем? Алматы. Алматы будем, друзья. Если казахстанцы сейчас нас смотрят, можете заранее записываться, друзья, для индивидуальной встречи. Всем пока-пока.